Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A03s выполнить полный сброс через настройки. Открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз и выбираем пункт «Общие настройки». После чего нажимаем «Сброс» и выбираем «Сброс данных». Спускаемся вниз и нажимаем «Сбросить», подтверждаем пароль. И внимание, сейчас, после того, как мы нажмем «Удалить все», удалится абсолютно все с телефона. Нажимаем «Удалить все» и ждем перезагрузки. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.